своими зрителями. Здесь вот наверху в окне установлена мемориальная доска, доску установили защитники этого здания. На доске написано, что это памятник архитектуры. Вот. И что его сносят с нарушением закона. Такая мемориальная доска. Сейчас мы подойдем поближе, девушка нам расскажет подробно вот эту историю, как сегодня с утра сносили флигель этого здания. Вот оно само здание. Здесь можно посмотреть, какую красоту потом построить здесь, на месте этого исторического памятника. Вот такое здесь будет потом. Пока что здесь вот такое здание. И вот так его разрушают. Да, ну где удобнее, кстати, вы показали. Вы не представились, как вас зовут? Меня зовут Юлия Алимова, я активист движения «Живой город». А Юля, где поудобнее встать, вы показали, что ломали конкретно? Ну, конкретно вот этот вот кран. Да, этот кран большой, этот здоровый, да? Да, он, собственно, ломал вот... Ну, поближе, чтобы люди видели. Ага. То есть, часть вот этих вот разрушений была нанесена позавчера, вот, но, наверное, две трети все-таки они снесли сегодня. То есть, давайте, давайте поближе подойдем. Вот это вот, да? Да. Ага. Причем... А сначала как там, у него какая-нибудь, ну, вибро какой-то инструмент или что-то? Нет, обычная такая машина, я правда не знаю, как это называется, с таким щипцовым захватом. Ага, типа такими щипцами, да? Да. Ага. Ну, они, естественно, как бы там, ничего речи, а там, разборе по кирпичику, там, чтобы... восстановить потом. Это просто что нагребалось. То есть это не разборка шла, это что, разрушение, нет, да? Это не разборка. Uh-huh. Историческими зданиями так просто нельзя. Вот. Все это происходило на наших глазах. Мы, в принципе, ничего не могли сделать. Ну, спасти это было невозможно, да? Да. Мы вызвали милицию. Милиция очень долго ехала. Если учесть, что отделение находится на углу Марата и Зеленогородской, вот, Марата и Зад, ну, короче, где-то недалеко отсюда. Зеленогородский рядом, да? Вот, да. Угу. То, в принципе, они могли бы приехать быстрее, вот, не знаю, то есть, либо у них правда какие-то технические причины были, вот, либо у них просто не было особого желания останавливаться. Ага, быстро приезжать, да? Да. Понятно. Давайте посмотрим поближе, что было отломано от этого дома. Ага, вот они вот эти вот. Я бы не стал. Элементы. Элементы здания, которые были сегодня обрушены. Вот эти балки. Балки, кстати, совершенно не гнилые. Нормальные, целые, крепкие балки, деревянные. И вот это все было разрушено. Сегодня. То есть ни о какой разборке, аккуратной, культурной для последующего восстановления речь не идет. Идет полномерное, наглое и страшное разрушение. Техническая пауза, 1 минута.